Символы страны обычно меняются по мере загрязнения и изношенности. Летом раз в месяц, зимой чаще. Изготовлено полотно из флажной сетки, которая защищает и создает хорошую продуваемость. Размеры триколора остаются стандартными – 90 на 135 сантиметров. При поднятии флага меня охватывает гордость за страну, за государство, за наше. И еще первый раз, так сказать, меняю. Раньше такого, не делал. Ярко День флага отметили и жители Петровска-Забайкальского. На площади имени Ленина горожане наблюдали за тем, как под звуки гимна поднимался символ страны. Во время празднования юные петровчане получили свои первые паспорта и подарки. Творческие коллективы провели концерт, а после состоялся вело- и автопарад с участием любителей здорового образа жизни, которые проехали по улицам города с флагами Российской Федерации. В этот же день активисты Народного фронта развернули 15-метровый триколор на скалах археологического памятника Титовской сопки. Место это выбрали из-за исторической значимости для забайкальцев. Сухотино – уникальное место, где обнаружена стоянка древнего человека. Флаг развернули на склоне вместе с командой молодежки ОНФ. Екатерина Станиславская, Анастасия Рыжова, Евгений Нафигов, РТК, Забайкалье.